Добрый день, дорогие зрители канала Вейкар. Сегодня у нас АвтоВАЗ, наш любимый АвтоВАЗ. Лада Веста, которая до 23 года. Комплектация такая, в принципе, средняя. Кнопки на руле есть, задней камеры нет. Стандартная торпеда, стандартная рамка этого замечательного нашего российского автомобиля. Вот. Здесь вариант 2 плюс 32, 8 ядер, 98-63, унисок. Хороший стандартный рабочий вариант. Наблюдаем бизона. Бизона и лисичек по Ютубу. Вот. Картинка хорошая. Кулет-экран. Замечательно. Все видно. Великолепно. Все хорошо. Кнопки работают. Подключили, сопрягли. Ну, удовольствие. Че, удовольствие. Такой вот лаунчер, собственно. Простое, несложное радио. А, вот. Точно, вот оно, переключение кнопочек работает, звук работает, все, одно удовольствие. Далее, ну, камеры нет, не покажу. Вот, здесь стандартный набор всех функций. Навигация в маленьком окошечке, нажали навигацию, она развернулась оперативно. Вот, и, собственно, да, дайте ей интернет, она покажет, что она может. Хорошее закаленное стекло, дисплей, кулетовский, все отлично. Вот, интернет дали, видите, он подгрузил нам все улицы, движение на них, соответственно. Давайте куда-нибудь поедем. Невский 50. Нашла, все хорошо, маршрут, поехали, поехали. 2.32, но, в принципе, тянет нормально, нормально, все хорошо. Также в этой магнитоле можно сделать, да, то есть два экрана, как и во всех наших магнитолах, например, поставить сюда YouTube. Нажать «Домой» и включить навигацию. Раз, видите, он замасштабировался. Можно смотреть оленя. Олень, не оленя, а лошадей. Все хорошо показывает, да, то есть. И можно куда-то ехать спокойно. Лиговский 20. Два сложных приложения, но, в принципе, магнитола тянет. Все хорошо. Например, дорогу посмотрели, маршрут посмотрели, как ехать поняли. Да, также взяли, там, допустим, обратно развернули и продолжаем дальше смотреть виды. Все хорошо, все замечательно. Вот такой, наверное, мини-обзор для вас, дорогие наши зрители. Простой бюджетный магнитола. Вот. Все, кто хочет побюджетнее, но чтобы все работало, пожалуйста, отличный вариант. 2 плюс 32, 8 ядер, 98-63. Вот. С вами был Михаил. На связи. Всего доброго и до новых встреч.